погода підготувалася максимально до свята Водохреща. Вже завтра миколаївці пірнатимуть до ополонки. Та не всі ж такі сміливі. Ми попитали наших колег і дізналися, чи є серед них такі відчайдухи. Коли моєму малому було десь років 5 чи 6, ми з ним домовилися, що ось цього року ми обов'язково вже скупаємося в ополонці. І ми зібралися, домовилися, що навіть серед ночі можемо піти і скупатися. Але не пустив чоловік, сказав тільки через мій труп. І ось на цьому купання наше і закінчилося. Але вже більше такого бажання не виникало. Ми готувалися морально. Ми готувалися, обговорювали, як буде холодно, а потім як буде тепленько, а що ми будемо потім робити, а як ми потім зробимо зарядку, навіть тренувалися. Ні, я не купаюся на Водохреще, оскільки, не знаю, мені здається, що це холодно і певним чином не сучасно, оскільки це якась більш стародавня традиція, а зараз це, мені здається, навіть певним чином безглуздо виглядає серед молоді. Я не уявляю, що молода людина прийшла і почала купатися на Водохрещі у ополонці. Ну, мені здається, що це потрібно робити поступово. Ну, тобто людина повинна час від часу готувати себе до цього, закалятися невеликими дозами води. Тобто, якщо людина справді займається, можливо, вона фізично сильна, спортом займається, вона поступово трошки там відерцем себе поливає зранку, ввечері, і тоді, напевно, організм краще це переносить. Ні, я не купаюсь, тому що в моей семье нет такой традиции, но вообще я это поддерживаю. Нет, эту традицию такую не поддерживаю. Не религиозен. В последнее время оно стало у нас более широко распространено, и даже политики наши присутствуют, как бы активно берут участие в этом процессе. Другие люди простые, не только верующие, а в качестве для здоровья. В принципе, идея хорошая, но как бы меня пока ничего не сподвигает на это. Ні, немає такої звички, не купаюсь. В принципі, нормальне ставлення до цього, але ні я, ні моя родина в ополонці не купається. Це холодно, тим паче є страх захворіти. Знаю, що довго люди готуються до цього, тобто вони контрастний душ, холодний душ приймають. Як бачимо, сміливих мало. Більшість переймається своїм здоров'ям. Не впевнені, що витримають такий екстрим. Якщо і ви такої думки, то для вас гість нашої студії, який розкаже про всі секрети зимового занурення. Ну що, сьогодні 18 січня, завтра 19, свято Водохреща. Якщо ви ніколи не занурювали в ополонку, якщо ви новачок у цій справі, у вас є змога зараз скористатися практичними порадами від нашого гостя, як це зробити, як налаштувати себе, свій організм для того, щоб все пройшло на повному позитиві. Отож, далі у нас цікава розмова з ранковим гостем. Дозвольте, я представлю, хто до нас завітав цього ранку гості. Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Доброго ранку, дякуємо, що знайшли час. Я думаю, що ви неодноразово вже занурювалися в ополонку, ви вже експерт фаховий у цій справі, і сьогодні зі свого досвіду надасте нам практичні поради, як і нам себе налаштувати на цю нелегку справу, що говорити. Будь ласка, вам слово. Так. Привет, студия, привет, люди, привет, телезрители. Самое главное, самое первое – это психологическая готовность на самом деле. То есть организм человека выдержит, скажем так, экстремальные температуры, которые позволяют у нас проводить водохрещение и прочее, прочее. Поэтому больше всего подготовиться психологически, сказать, что я хочу и мне это надо. А если уже брать физическое тело, то в таком случае все банально просто. Первое, что вам надо сделать для того, чтобы нырять в прорубь или заходить в прорубь, неважно уже, вы должны быть сухими, это самое главное. То есть вы можете, конечно, разогреть кровь немножко, там, сделать какую-то легкую зарядку, там, ручки, шею, там, что-нибудь такое размяться, легко, чтобы вы не вспотели. Почему? Потому что если вы в потное зайдете в холодную воду, понятно, у вас может быть какая-то маленькая и большая печалька с точки зрения там, да, сердца станет или еще что-то. Дуже цікава інформація, тому що дійсно я отак читала і повсюди радять, що треба розігрітись. Треба розігріватися, але в міру. Так? Тобто абсолютно це порада номер один. Занотуйте собі. Розігрів должен быть, чтобы немножко кровь пошла, чтобы чуть-чуть пошла. Все. Еще один маленький момент. Вот не надо, вот, как обычно люди любят, перед прорубью 100 грам. От хотіла, до речі, про це спитати, бо теж багато і чула, і бачила, то як до цього треба? Ви знаєте, само поняття
ныряние в прорубь – это как ритуал с одной стороны, а с другой стороны, на самом деле, холодная вода, она просто обнуляет энергетику человека. То есть суть у нас, понимаете, сейчас идет тенденция такая, что мы как бы мода на здоровый образ жизни, но на самом деле за этой модой никто не хочет вникать в суть, почему мы так делаем. Холодная вода обнуляет энергетику человека, то есть вы ныряете, вы выходите с воды как бы в ноль, поэтому сразу заряжаетесь позитивом, так должно быть. На самом деле, когда вы выпиваете там 100 грамм, я имею в виду алкогольные какие-то напитки, вы, по сути дела, всю процедуру сводите на нет. Оно на самом деле кажется, что вроде вы как в тепле там и прочее-прочее, это иллюзорное и как бы миф такого плана. Спокойно подходите. А, еще один момент из опыта. Я с вашим оператором Женей ходили тоже на... В прошлом или позапрошлом году, да, Женя, привет, ходили купаться. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас было все классно, вот разделись вот здесь и вот здесь купайтесь, а не так, что, знаете, как в поговорке «баня, через дорогу раздевалка». Потому что, да, то есть вы почему, в чем суть? Раздевайтесь, опять же, помаленьку, скажем так, постепенно. Сначала вибачте, я вас переб'ю, я буду вас перебивати. Перед тим, як правильно роздягнутися, як одягнутися правильно, що треба вдягати? Хтось там каже, що кричить термобілизну треба одягати, хтось навпаки, легким має бути одяг. Давайте розставимо крапки. Все намного проще. На самом деле форма одежды, именно в чем вы будете нырять, я не знаю, там плавки, купальник для девушек, если вы просто идете еще до проруби, то обычная одежда, не надо там... Вы поймите правильно, раньше термобелья не было. Оно появилось, 10 лет назад максимум. До этого же как-то люди ныряли в прорубь. Ничего такого мега-сверх-супер, ничего не должно быть. Или, по крайней мере, не накручивайте себе это. Спокойно, обычная одежда, я не знаю, там штаны, джинсы спортивные, там, я не знаю, кроссовки, куртка, шляпка, шапка. Единственный момент, когда вы начинаете, вот подошли к проруби, вы уже психологически готовы, уже где-то там в сторонке размялись, чтобы не мешать людям там нырять, чтобы не стать, отойдите, я там самый главный, да. Спокойно сняли куртку, постойте минут 2-3, не надо стоять там полдня, имеется в виду, чтобы заболеть. То есть почему организм чуть-чуть привыкает к холоду, так. Постепенно. Потом вы постепенно снимаете какую-то там, я не знаю, жилетку, вы остаетесь там с голым торсом. Но опять же, это должно быть, вы уже готовы идти. То есть не так, что я стою, там очередь километровая, да, я разделся уже. Тобто перед самым заходом. Вот. Да, то есть непосредственно перед тем, как вы заходите в воду, немножко дайте организму чуть-чуть адаптироваться к холодной воде. Потом, допустим, вот уже непосредственно за минуту до входа вы уже все, стоите в плавках, либо в купальнике. Можно, например, в шапке. Но, опять же, вы когда входите, шапку снимаете, опять же, все зависит от того, как вы делаете. Многим, допустим, нырять неудобно, некомфортно. Но ты не снимаешь шапку для того, чтобы не намочить волосы и не захворить. Дело даже не в том, что намочить волосы, а бывают проблемы, допустим, у кого-то с ушами, у кого-то с глазами, у кого-то там с горлом. То есть, как таковой, не особо, может быть, рекомендуется нырять. Хотя на самом деле, это все, опять же, больше из разряда... такой вот мифов. Но, с другой стороны, это есть. Если у вас, опять же, проблемы с сердцем, то есть сразу вскакивать в воду вообще не рекомендую. То есть вы можете там, не знаю, сначала по колено зайти, почувствовать, как вы вообще ощущаете себя. Потом... до речі, щодо протипоказань, можливо, комусь не можна занурюватись? На самом деле, как таковое ныряние в прорубь, противопоказаний по большей степени нет, если это вы делаете с умом. На самом деле, если вам, как бы, опять же, вот, допустим, взять, вы может стать сердце из-за того, что резкий перепад температур от тепла в холод. Это если вы упали там с моста в прорубь или там как-то, вот тогда может быть какие-то проблемы. Слухайте, Михайло, зараз вас от слухають наші телеглядачі, може дехто з хворобами серця, може хтось хоче дітей призвичаїти до цього занурення. Тобто ви хочете сказати, що це можна будь-кому зробити, так? Можна пробувати, можна делать, так. можна, тільки ще раз объясняю, с умом и здравосмысл. Постепенно, поступово, так, спокойно подходите. Опять же, не обязательно, если вы решили закаляться, это не обязательно делать сегодня сразу вот прямо. Начните это делать как бы чуть-чуть заранее, как то кажется, заздалегить. То есть, допустим, летом продолжайте купаться в речке, допустим, сентябрь, октябрь, ноябрь, вода-то, температура уменьшается, но вы как бы постепенно. Потом, когда уже, допустим, нету возможности ходить на речку, скажем так, вы дома обливаетесь холодной водой, то есть постепенно подходите к этому. Само понятие закаливания – это долгий процесс. Поэтому сразу вот так вот. Вот тут сегодня я прыгну. Нет, а суть, знаете, когда вот может сердце стать? Потому что вы выпили 100 грамм, вы вроде как, ух, молодец. Молодец, психологически как бы планка упала, потому что алкоголь как бы расслабляет с точки зрения здравого смысла. И вы тогда, воду, оп, сердце стало, и да. Опять же, при большом, если у вас, допустим, вы чувствуете, что у вас какая-то может быть
не знаю, там проблема или может быть, то есть идите с друзьями. Предупредите, що якщо що, щоб вони були якби на підхваті. Михайло, добре. До речі, щодо температури. Яка має бути температура для занурення? Тому що вона різна, кожного року вона різна, колись морози, а от, наприклад, може завтра буде плюс 6, 19, то яка має бути температура для занурення? Температура води, в принципі, не має значення. Угу. Я в прошлом году ездил в Железный порт купаться в море. Там на скалах был лед, а температура воды в море была минус 2. Соленая вода не замерзает. У нас в речке понятно, что лед, опять же, под водой, ой, подо льдом температура там плюс 1, плюс 2. То есть на самом деле это что-то лед замерзает, сам, я имею в виду нулевая температура или минус. В идеале, если, допустим, чтобы не было как бы ветра. Угу. Потому что самая проблема, когда вы вылезли наружу из воды, то вас обдувает или сразу укрыться чем-то, или полотенцем очень обильно растереться, чтобы вас не продуло. Вот в этом плане это тоже один из вариантов. И опять же, не надо сразу накатывать алкоголь. Если хотите выпить горячительного, не проблема, возьмите какой-нибудь чай. Липа, мята с медом, там как-то вот такой вот. Михайло, можно запитання від наших телеглядачів? Ось таке для вас. Чи варто намастити шкіру жиром перед зануренням у воду? Вот это классный вопрос. Вы знаете, даже не знаю, что сказать насчет жира. На самом деле, сам организм человека не требует что-то на него сверху как-то что-то мазать. Он приспособленный к этому. Большая проблема у нас в голове. Так. Мы думаем, Я вам честно скажу, еще ни один, я, по крайней мере, не слышал такого, чтобы кто-то там кому-то стало вот реально плохо, если он все сделал с умом. То есть подошел, там, разогрелся чуть-чуть, спокойно остыл, спокойно зашел в воду, спокойно вылез. Опять же, не плавать же в воде, вы же понимаете, то есть держишься там за поручни или что у вас там, окунулся 3 раза, ноги крестятся, пожалуйста. Но суть вышел, полотенцем растерся, выпил чаю, оделся, счастливый пошел домой. Думаю, что до всех рекомендаций дослухаются. Дуже цікаві ваші поради нашим телеглядачам. У нас є дзвінок до студії. Алло, доброго ранку. Добрый день, а у меня вопрос к тренеру. А вы когда-нибудь болели после того, как ануриаль занурилась у прорубь? Чудово запитання. Чи хворіли ви коли-небудь після занурення? Чи було у вас? Я лично нет, я более того, вообще не болею, не знаю, лет, может, 20 с точки зрения, да, то есть, опять же, если мы берем травмы знаете, с точки зрения спортивного... Знаєте чому? Тому що ви з розумом занурюєтесь в ополонку. Я постійно це роблю. Все. Постійно, регулярно. Мені здається, тут просто можливо питання в тому, чи дійсно правда той міф, що якщо окунешся на водохреща, то не будеш хворіти цілий... А, в этом плані, ні. Ви знаєте, я не завжди буває іменно ныряю непосредственно 19-го числа. Я можу ныряти 20-го і 18-го. Для мене це принципіально не має значення. Более того, це може бути там... Вот мы собираемся сейчас ехать в Железный порт, команда из Красного Дракона, 27 числа. Просто купаться. То есть суть непосредственно 19-го, ну, по крайней мере у меня, я никогда ничего в этом плане не болел. Ни... Если не брать, конечно, травмы с точки зрения боевых искусств. Ну, это інші травмы. Я хотела, до речі, поділитися, що я взагалі сама хочу окунутися. Так мені сьогодні вже треба починати обливатися. Я можу тобі в цьому допомогти обов'язково після ефіру. Допоможу тобі закалитися, обілітися холодною водою. Дякую вам, Михайло. Дивлячись на вас, навіть новачкам, навіть такому, як я, який завжди боїться це зробити, я думаю, що я все ж таки в цьому році дослухаюсь до ваших практичних порад, скористаюся ними, так само, як наші телеглядачі. Дякую вам, що все так детально розповіли. Нагадаю, що у нас в гостях був Михайло Шелес, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Дякую вам. Приходьте вам до дякую. Нас, діліться досвідом.